Кто готов сейчас сделать экспресс-разминку? Итак, помним, вдох, короткий, потянули низ живота, нёбо подняли, гудим. Вибромассаж. И там немножко сзади. Пожужжали. Так, теперь сразу свободное звучание. Вдох. Будем делать 4 на стаккато коротких и 5 длинный. Вдох. Чуть-чуть пониже опустились. Чуть повыше. Сделали. Теперь пожарная машина. Вдох. Вдох. В лесу родилась елочка. Наш инструмент, который мы называем елочка. Песенка «Чижик-пыжик», маленький фрагментик, вдох. Проверили, пошел ли звук сюда вот в грудной резонатор. Начинаем упражнение с сонорными. Вдох. Но не на няня, но ну на ночном илом. Налимы, вдох. Намели мы налимов, лениво ловили, меняли налимов, мы вам налиняем. Мантры, тут же вдох. Если не прочувствовали вибрации на мантрах, то давайте еще разок сделаем, но сразу же вот как будто бы мы и перейдем на звук ми, да? Если вибрации идут, вы чувствуете, что голос летит, переходим к упражнению мостик. Те, у кого лучше идут упражнения с ютированными, начинаем с ютированных. Итак, 4 минуты нашей разминки прошло. С ютированными. Мёду нам. Вдох. Мёду нам. Мёду, мёду, мёду нам. Если вы чувствуете гудение, все это, переходим на упражнение мостик. Маму я молю упрямо. Вдох. Маму я молю прямо, молока налей мне, мама. Вдох. Мало, мало, не жалей, молока еще налей. Если кто-то чувствует, что вот тут вот есть напряжение, то же самое скажите с опущенной головой. Вот так. Вдох. Мало, мало, не жалей, молока еще налей.
Понятно. Итак, 5 минут нашей разминки. Приступаем к артикуляционной гимнастике. Хоботок, улыбка. Хоботок, улыбка. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Второе упражнение. Почесываем губки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нижнюю губу. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Массаж верхней десны. Вправо. 2, 3, 4. Нижней десны. 1, 2, 3, 4. По часовой стрелке. 1, 2, 3, 4. Против. 1, 2, 3, 4. Упражнение лошадка. Сразу же сворачиваем язычок в трубочку. Развернули. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кто не может в трубочку, значит, помните, хотя бы ложечкой, трубочкой, чем-то, но чтобы язык приобрел вот такое вот положение ложбинки. Дальше. Протыкаем щеку вправо. 1, 2, 3, 4. Лево. 1, 2, 3, 4. Вправо. 1, 2, 3, 4. Левую. 1, 2, 3, 4. Правую. 1, 2, 3, 4. Кусаем язычок. Рубим, да? Хотя бы 3 раза. С левой стороны покусайте его коренными зубами. С правой стороны покусайте коренными зубами. Заверните катушечкой. 1, развернули. 2, развернули. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь маятник язычком. В букву О натянули губы. О! Так, с язычком закончили. Слегка двигаем челюстью вправо, влево, вправо, влево, вперед. Вперед, назад, вперед, вернули, вперед, вернули. Подняли вверх. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Понатягивали губку наверх. Все, с артикуляционной гимнастикой закончили. Дальше. Перешли к абетке. А абетку давайте сейчас быстренько, так как я это могу делать, и вы постепенно сможете так же делать. Давайте, вдох. Дальше. Следующее. Вдох. 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 Десять минут нашей экспресс-разминки. Сложные сочетания согласных, такие как крик, ре, кра, кро, кру, кры, три, кре, тра, тро, тру, тры, бдик, бдек, бдак, бдок, бдук. Сочетания согласных трудных для вас конкретно. Когда вы их имеете большой набор, вы для себя четко можете определить, какие из них 5-6
самые трудные. Вот их и включайте в экспресс-разминку. И 5 чистоговорок на различные типы, группы согласных, да? Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках, Саньки скок, Саньку с ног, Саньку в бок, Соньку в лоб, все в сугроб. Не получилось с первого раза чисто, значит, делаем еще раз. Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках, Саньки скок, Сеньку с ног, Саньку в бок, Соньку в лоб, все в сугроб. В шалаше шуршит шелками желтый дервиш из Алжира, и жонглируя ножами, штуку кушает инжира. Хорошо открываем ротики, да? Расчувствовавшаяся Варвара расчувствовала не расчувствовавшегося Вавилу. На дворе трава, на траве дрова, раз дрова, два дрова, три дрова, не руби дрова на траве двора. Шит колпак, да не по-колпаковски, вылит колокол, да не по-колоколовски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать, надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать. Так. А у нас ушло на экспресс-разминку 14 минут. Конечно, я делала ее с той скоростью, с которой вы будете делать ее, может быть, через неделю-две, ну, три, может быть, да? То есть сейчас вы еще вряд ли можете сделать с такой же скоростью. Но это тот самый необходимый минимум, который нужно делать перед тем, как начать какое-то говорение, да? То есть мы прокачали с вами дикцию, и мы прокачали с вами голос. Мы звучим, у нас хорошо работает артикуляционный аппарат. Вот она какая, это экспресс-разминка.